уважаемые болельщики, за эти три дня, которые я тоже смог иметь возможность понаблюдать за вашими матчами, за вашей борьбой, я понял, что у футбола в России есть большое будущее, и вот оно стоит сейчас перед нами. Мальчишки, вы на самом деле молодцы. Вы молодцы, вы бились, было видно даже и по финальной игре именно этого турнира о том, что желание вам не занимать. А это самое главное. Было бы желание, остальное все будет. Я абсолютно уверен в том, что среди вас находятся те будущие звезды мирового футбола, за которых лет через 10, может быть 15, мы будем переживать, болеть, в том числе как и в составе нашей сборной России, которая сейчас отправляется и готовится к чемпионату Европы. Я хотел бы вам пожелать дальнейших спортивных свершений, и пускай этот турнир столь важный для каждого из вас, все-таки является небольшой ступенькой вашей большой карьеры, но мне хочется, чтобы именно после него ваши успехи шли непосредственно в гору, ввысь. Удачи вам! И кубок достается футбольный клуб «Локомотив». Условия, хорошие натуральные поля и хорошие команды, и гостеприимство в жилье. Да, команды очень были достойны, и приятно было с ними играть. И спасибо Воронежу за такой достойный турнир. Ну, эмоции из-за результата, ну, не очень положительные, а так из-за того, что моя команда сплотилась и так хорошо играла, мне понравился. Плюс организация, ну, влияла большую роль на эмоции. Как у профессиональных команд взрослые. Такое, мне кажется, не во всех городах есть. Я очень рад, то, что организовали так все хорошо. Хотелось посмотреть, насколько те дети, ребята, пришли из других, в общем-то, клубов. Это раз. Провели небольшое, я считаю, количество времени в академии. Но первый раз в своей жизни они вышли на большое поле. Это их первый в их, как говорится, спортивной карьере турнир. В формате 11 на 11, вот на таком вот великолепном газоне.